Не помешало? Ну что вы, я просто счастлив видеть вас. Неужели правда? Чистой правдой, мадемуазель Ларье. Вы как раз кстати, я один, и сейчас ваша мечта исполнится. Место тут безлюдное, мы воспользуемся этим. Раздевайтесь. Не понимаю. Прекрасно понимаете. Так вы хотите сейчас здесь? И вы хотели провести со мной выходной. Не дали мне поехать в Давиль с приятельницей. Так давайте, проведем воскресенье вместе здесь сейчас. Раздевайтесь. Негодяй, соблазнитель. Ненавижу вас, сексуальный маньяк. Если передумаете, дайте мне знать. Вы больше обо мне никогда не услышите, свинья. Алло, в чем дело, мой дорогой? Вы ушли из засады? У меня ужасно замерзли ноги, наверное, сапоги промокают. Вы не знаете, где моя жена? Наверняка у тростника. Там самое удобное место. Пойдемте, я вас провожу. Подумали о моем предложении? Войдете в правительство? Надо бы посоветоваться с группой. Я не знал, что ваш шеф кабинета знаком с моей супругой. Они старые друзья. Наверное, этот парень страшно нравится женщинам. Вовсе нет. С чего вы взяли? Очень серьезный молодой человек. Вот мы и пришли. Но здесь никого нет? Видимо, ваша супруга вернулась в охотничий домик. Вероятно. Что это? Утка. Какой ужас. Они на минуту не могут оставить нас в покое. Сегодня ночью я приду к тебе.